После каждой демонстрации уничтожаться свое изобретение, а потом опять тратить деньги, чтобы создаться. И почему? Чтобы не писать вот такие заявления в газетах. Вин гаитаца герити ярагис сайдумло нахазы. Группа ученых пишет, что они изобрели звуковой оружие. И украли у них чертежи. Если я не буду его уничтожать, ну это глупо, а? С моей стороны будет.